Екатерина Стриженова снова примерила свадебную фату. Почувствовать себя невестой 55-летняя ведущая решила по случаю очередной годовщины семейной жизни. Ровно 36 лет назад она вышла замуж за Александра Стриженова. Звезда Первого канала показала кадр тематической фотосессии, организованной по особому поводу. «Люблю», – обратилась Екатерина к своему мужу. Близкие друзья поздравляют одну из самых крепких и красивых пар российского шоу-бизнеса. А на днях Екатерина поделилась трогательным снимком с подросшими внуками. Летом этого года ее старшая дочь Анастасия стала мамой двух мальчиков – Александра и Георгия. Молодая мама скрывала беременность и о сложностях этого периода рассказала уже после родов. За 5 лет до этого она родила первенца Петю. Внуки Стриженовой живут с родителями в Штатах.